Ребята, вот арендовали помещение. Здесь будем заниматься разведением креветки. Все начинается своими руками делать. Володька даже приступил к работе. Самый важный. С этого начинаем. Вот здесь вот будет потихонечку все меняться. Будут стоять бассейны, инкубаторы. Доска почета у нас здесь будет. В общем, запоминаем, как все выглядит. Ужасно. Это мы уже половину хлама отсюда вынесли. Надо было сразу снять. Ну, в общем, с нуля все своими руками. Будем показывать, что у нас еще здесь какой-то канал. Вода здесь стоит. Было когда-то тут все по-другому. Огнетушитель есть. Пожарников мы не боимся. Влажная уборка, да. Ну, в общем, поехали дальше трудиться.